В общем, я и Милан были одно целое. Данил, извини. Официант! Жора? Жора! Бузякин! Здорово! Блин, ничего ты изменился! А я еще иду, смотрю, думаю, ты не ты! Вы обознались, я Герман Шереметьев. Да как я обознался? Ты что, Жорик? Мы ж с тобой в колхозе 4 года свинарники чистили, ну! Это ж я! Толян Юрченко, ну! Молодой человек, вам же сказали, вы ошиблись. Женщина, я не с вами разговариваю. Что вам говорю, вы меня с кем-то путаете. Да как я могу тебя перепутать, Пузякин? Ты же до сих пор у меня перед глазами стоишь, в резиновых сапогах, в фуфайке своей любимой, а вокруг тебя свиньи бегают. Эх, любили тебя свиньи! Так, знаете что, я вам еще раз говорю, я Герман Шереметьев. Все, разговор окончен. Эх ты, Пузякин. Ты как из верхних наших пупков в Москву уехал, так и изменился. Эх ты. Что? Призраки прошлого? Жора Пузякин из верхних пупков? Дэм, Данила, я тебе говорю, он обознался. Официант, официант, срочно принесите мохито для Жоры Пузякина из верхних пупков. Данил, хотя нет, хотя нет, лучше какой-нибудь гламурный фреш для Жорика Пузякина. Упал, по-моему, ваш паспорт. Да не наш. Ну как не ваш? Вот ваша фотография здесь. Данила Феофанович Бздюхов. Вот ваша фотография. Это не может быть мой паспорт. Я Данила Фокс. Молодой человек, можно? Так кто тут у нас? Данила Феофанович Бздюхов? Бздюхов. О, простите, Бздюхов. О, как мило. О, уроженец Крыжопля. Дэм. Чё ты ржёшь-то? Жора Пузякин. Верхних пупков. Я хотя бы имя не менял. Официант водки можно?